Всем привет, ребят, на моей маленькой аквариумной ферме. Очередной день, и сейчас будем что-то делать. Вот видите, приехал я сегодня пораньше. Солнышко во дворе. Здесь надо разбираться с этими аквариумами. Но сейчас не до них. Потому что, ребят, вот идем сюда. У золотушечки здесь, в принципе, все хорошо. Она чувствует себя классно. Ну, я сегодня что-то немножко много забросил корма. Вода, вижу, так пожелтела. И вот этих вот я тоже немножечко перекормил. Вот видите, вода мутненькая. Все как-то вот так. Здесь нормально. Все хорошенько. Плавает золотушечка. Все прикольненько. Только надо заменить вот эти. Сейчас надо вот спустить у этих всех воду. И заменить им 100% воды. Сейчас этим делом и займемся. А вы скажите, как посмотрите видео, как качество видео. И вот так вот, ребят, это все дело в чистенькой воде. Смотрите, какая красота. Красота, да и только. Золотушка, 2 см. Ну, просто красивая, растет. Здесь, конечно же, побольше. И... вот здесь еще побольше. Вот так, есть там такие особи хорошенькие. В общем говоря, еще немножечко работы я натворил. Сейчас покажу, что наделал. Здесь, пока я то там работал, то вот воду набирал полностью, чтобы на отстой была. Здесь у меня петушки. Смотрите, какие уже такие, блин, 2,5 сантиметра. Красота. Дубликареусы. Что-то там плавает, видите, здесь света нету. И вот так вот. Здесь все фильтра помыл. Все хорошенечко, красота. Также заменил воду у вот желтых гурамычей. Это была такая капец, какая нехорошая. Ну, я не уверен, что это пара. Ну, посмотрим. В общем говоря, как они будут себя вести. Также здесь вот заводской фильтр заменил на вот этот. Здесь видите, какая вода зеленая от таблеток. А то здесь у меня вот эти вот зверьки плавают. Также стурисома самец. Там ларикария есть. Если было бы где взять, я бы еще подкупил. И здесь немножко замены губок. В общем говоря, такая вот работа. Сейчас погнали быстренько убирать тернешку, минора с нерестов. И что-то там делать. А то и неончика надо высадить на нерест. В общем говоря, еще работы. Ого-го, поехали. И немного работы наделано. Что натворил? Вот видите, использовал немного воды подменной, потому что сделал подменку. Вот здесь вот. Надо еще стеклышко протереть вот у склярки. Есть вот такие вот, видите, одна, и вон там вон черненькая, вторая. Или их избили до полусмерти, или я даже не знаю, что с ними. Но там что-то нарушен плавательный пузырь у них. Также вот здесь вот подменил воду и отобрал немножечко, ребят, я рожениц. Рожениц вот здесь вот немножечко есть. Также здесь одна самочка отметалась. Сейчас покажу ее. Здесь надо еще убрать, потому что хочу пиццельку тоже перебрать и забросить кого-то сюда. И там мечи есть у меня. Эти пока не отметались. Ну и вот этих вот перебрал. Вот эта самка Санта-Клауса, она отметалась, но по пузу вроде бы и нет. Я ее оставил, еще раз посмотрим, будет малечек или нет. Кто-то отметается, если нет, так уберу ее отсюда. И вот эта вот самочка, вот можно видеть, наметала немножечко мальков. Вот здесь вот. Сейчас попробуем эксперимент сделать. Не получился у меня эксперимент с макро, потому что телефончик надо поближе прислонять. Но я думаю, и так будет нормально. Вот видите, это вот эта вот самочка отметалась. Ну и, конечно же, немножко желтых, черных и вот пару штучек мальков Санта-Клауса. Столько собрал. Там еще петельки наметали немножечко. Ну, это попозже
покажу или даже не знаю, потому что времени в обрез, а уже поздно и надо, короче говоря, ребят, работать. Ну и погнали, работаем дальше. Сейчас, скорее всего, высаживаю на нерест неончиков в подготовленные аквариумы и, соответственно, спускаю воду с того аквариума, чтобы сделать и подмену, и убрать малечек, то есть рожениц. Поехали. Еще немного работы в копилку, ребят. Вот сейчас покажу, где я подменил водичку. Вот здесь вот подменил водичку и отобрал рожениц. И вот уже самцы что-то там гоняют меченосцем. Но много здесь самцов. Даже, я бы сказал, очень много. Мало самочек совсем. Но чистота, порядок, все хорошо. Роженицы, ребят, на месте вот здесь. Вот сейчас покажу. Вот они. Немножко сюда забросил. Немножко сюда забросил. И аквариумы полнющие. Есть немножко спокойствия. Ну как спокойствие на некоторое время. Потому что будем вот этих всех отнимать мальков, так сказать. Вот уже здесь пятнистая какая-то самочка. Вот видите, она метала малечка. И свеженькая вода дала свое. И возможно надо будет кого-то убрать. Но не факт, конечно же. Также уже вот вода спустилась у неончика. Сейчас будем его высаживать на нерест. И собрал я немножечко малечков пицелий. Какая-то тоже одна или две самки. Я уже не помню, сколько убрал. Ну, немножко. И также вот смотрите, в этом аквариуме, что убирал пицельку, там в гнездышке сидел вот такой вот малечек. Тоже его убрал. Сейчас их помещаем на свое место. Вот сюда я вот убрал малечки все. Видите, хорошенькое количество уже подсобирается. Вот это вот рыбка красивенная пока молчит. Но еще рано, конечно же, чтобы она не рестилась. Поехали дальше. Высаживаем неончика на нерест. И, соответственно, сливаем воду у золотушки. Перемещаем их в соседние аквариумы. Вот такая у меня подмена вот этих вот двух аквариумов. Ну, в принципе, удобно, капец. Вот и наконец-то пришел тот час, когда пора ехать домой. Работы сделано, конечно же, капец как много. Смотрите, неончики на нересте. Все красота. Здесь немножко аквариумов. Здесь немножко аквариумов. И также вот здесь вот вверху. Также немножечко я что натворил? Использовал всю подменную воду, всю, которая у меня была, если честно. И вот видите, как мне нравится вот таким вот делом заниматься, потому что здесь она была, аквариум помыт, залит водой, отстаивается, а здесь золотушка себе плавает. Было бы хорошо, конечно же, сортировочку сделать, а то размеры здесь совсем разненькие. Ну и, конечно же, вот здесь вот тоже. Такая же история. Вот видите, там одна такая плавает, что это просто капец. Но вот так вот они здесь поживают. Что еще натворил? Натворил, ребят, ну здесь подменка, я рассказывал. Немножечко подмену сделал еще вот здесь вот. У коридоросов золотистых. И у гупышей. Гупыши вот такие вот всякие разные плавают. Хотелось бы под них какой-то отдельный аквариум, но не тут-то было. Места маловато. Здесь живородочка, тоже губки заменены. В общем говоря, много губок заменено. И, в принципе, все хорошо. А, я забыл вам рассказать про тернешку, ребят. Вот видите, все сидят на нересте. Никто не отметался. Совсем никто. Мне это, конечно же, удивительно. Ни одна пара не отметалась. Все хорошенько. И я так вчера и не забросил вот эти вот сеточки. Возможно, через них никто не метается. Сейчас надо забросить. А отметалось только 5 пар, по-моему, минорчиков. Вот такие вот красивые рыбки. Природный окрас. Красота и чистота. Ну, вот эти вот не отметались.
А вот здесь вот, ребят, сейчас попробуем фокус этот включить. Вот, видите, какая икриночка, красота. Но белая, это, конечно же, плохая икра. Вот такая вот, а есть и прозрачненькая, желтенькая, и это хорошая икринка. Правда, руки трясутся, но это такое. И вот так вот, ребят, день слетел. 5 тернешек отметало, 5 минорчиков отметалось. Ну и будем смотреть, конечно же, кто там, что там, да и что завтра отметается. Завтра у меня такой день, покормить рыбешку, да и все, если честно. Живородочка. Нравится мне работать с живородкой, даже не знаю почему. Всем приятного дня, хорошего настроения, мирного неба над головой, ребят. До завтра. С вас подписки, лайки, с меня видосики.